Закохані не мають часу. Закохані і діти не спостерігають часу, так? Але закохані, тому що вони відчувають наснагу до кохання і не спостерігають часу. А діти від того не спостерігають часу, тому що вони не знають, як це робити. До мене в гості завітала гостя. Ось така афоризма, так, аналогія. Аліна Кучеренко, це психолог дошкільного навчального закладу номер 1. І вона розкаже нам, як привчити дитину для того, щоб рахувати правильно час. Так? Спасибо большое, доброе утро. Ось такий текст був. Жизнь человека очень тесно связана со временем, с его распределением, с его измерением и с его, как бы, как говорится, понятием времени. Поэтому для деток очень важно их подвести к этому, к формированию понятия времени. И поэтому начинать это нужно где-то приблизительно с возраста 3,5 и 4 года. Деткам нужно формировать такое понятие, как день и ночь сначала. Ну, что мама было очень понятно и близко это. Например, показать ребенку, что вот посмотри, пожалуйста, за окно. Там светло или темно? Это день. А что ты делаешь днем? Ты ходишь в детский сад, если, допустим, ребеночек ходит в детский сад. Ты ходишь в детский сад, ты там гуляешь, ты там кушаешь. Все. А когда наступает ночь, посмотри в окно. Ночь. Пришла ночь. Поэтому все люди ночью спят. И ты тоже ложишься спать. И скажи, пожалуйста, а что ты делаешь ночью? Потом же нужно вводить, понемножку формировать понятие именно вечер-утро. Сначала день-вечер, потом вечер-ночь, ночь-утро. Ну и контрастные вот эти понятия, чтобы ребенок понимал, что вот день, а вот ночь. Вот есть вечер, а есть утро. Потом надо, значит, формировать понятие, переходить уже, когда ребенок освоил утро, день, вечер, ночь, переходить к такому понятию, как сутки. Что означает слово сутки, понятие суток. Дальше формировать понятие такое, понятие дни недели, называть понятие дни недели. Это и, допустим, побуждая ребенка, чтобы он слышал сами слова. Допустим, вторник, второй, среда, середина или средний, четверг, четвертый, пятница, пятый. А такие слова, как понедельник, допустим, первый по неделе. Ему будет понятнее, что запоминать, как называется день недели. Суббота от слова «саббат», тобто день отдыха, ну, объяснить так ему. А воскресенье – это как? Воскресенье связывают с воскресением Иисуса Христа. В таком плане. И вот когда вот эти понятия будут сформированы у ребеночка, тогда он сам захочет немножечко прикоснуться к понятию времени, к часам уже ближе. Поэтому ему где-то лет с пяти нужно формировать понятие именно единицы времени, как минута, секунда, час, день и так далее. Поэтому ему нужно говорить, допустим, ты уже, ну, притвориться немножко волшебником и сказать, что вот смотри, люди когда-то, давным-давно, они пользовались такими часиками, которые назывались солнечными. Ну, у нас такое есть, вот как городок сказка можно привести, и там есть такие, ну, довольно-таки примитивные, да, часы солнечные. І привести його і розказати. Ви говорите таких в домашніх умовах, як мама може навчити дитину. А ось в дитячому навчальному закладу теж така діє методика? Звісно, виходить, в виді ігри і тільки в виді ігри з дітками можна проводити і формувати у них поняття часу. Но так, чтобы и родители тоже подключались немножечко к этому процессу, чтобы и они как бы закрепляли эти понятия. Поэтому вот. Потом, после, допустим, когда вот ребеночек поймет, что есть такие солнечные часики, есть еще песочные часики. И, допустим, купить те же самые песочные часики, которые определяют интервал времени 1 минуточка.
И чтобы ребенок, допустим, делал такие задания с ним, чтобы ребенок сначала посидел и посмотрел, потому что оно уже завораживает глазки, когда песчиночки падают с верхней части часиков на нижние, и чтобы он определил и понимал, что это такое и как. А потом какие-то задания, допустим, сделал, чтобы... Какие-то задания сделать для того, чтобы понять и прочувствовать именно, что такое одна минута. Допустим, взять, чтобы он там на одном на листочке бумаги нарисовал кружочки за одну минуту и смотря на часики. И сколько потом по истечении этого времени, сколько он кружочком нарисовал. Или там, допустим, сколько можно снять одежды с куколки. За такой определенный такі момент технології. Времени. А ви нам принесли дуже багато таких дитячих годинників. Розкажіть, як ви ось по таким годинникам навчаєте діток? Ну, спочатку, виходить... Це теж ігрові якісь методики? Да, тільки в ігрі, і тільки в ігрі. Допустим, от є така от ігра, яка називається «Назви по порядку цифри на циферблаті годинника». Спочатку дітки вже в цьому віці 5-6 років, вони вже розуміють, що це 1, 2, 3, 4, 5 і 6. А тоді потім показується ось така от картиночка, на якій пропущені деякі циферки. І пусть дітки поставлять циферку, яка пропущена на цій картиночці. Чи завжди легко людина сприймає ось таке навчання? Не всегда, потому что мы говорим, и на этом мы делаем акцент, чтобы деток подводить к этому, показать им, то есть в кавычках, показать им это время, для того, чтобы они сначала посмотрели, а потом прочувствовали его, а потом уже сами захотели, допустим, понять и как бы принять, как распределяется время по часам. Можно также и, допустим, родителям купить часики и сказать, ты уже взрослый, ты уже очень много знаешь, и вот ты уже дожил до такого возраста, что ты можешь уже и имеешь на это право уже иметь часы на ручке. И тогда у него тоже возникнет желание быстрее понять и как двигаются стрелочки, как они показывают, сколько времени, куда они двигаются и так далее. Як проходять легче, индивидуальные занятия с дитиною чи якісь комплексні, гуртові? Конечно же, индивидуально работать лучше, и в этом есть свой резон, и в этом есть свой сенс. С детками, когда вот в группе, кто-то понимает, кто-то не понимает, они могут еще и бояться спросить, что что-то ему непонятно. Хотя всегда вот воспитатели, они всегда задают вопросы, кому что непонятно, не бойтесь, не переживайте, я подойду, объясню и так далее. Поэтому... Детки – это потому, что они детки, и для них игра и в игре обучение, оно складывается намного легче, чем просто посадить его и сказать, сейчас я буду тебя учить. А як дитині пояснити, що ми переводимо стрілки вперед, назад, ось якщо дивитися mm-hmm. нас в майбутнє, на найближчих вихідних ми будемо переводити стрілки вперед? Назад. Це якось можна пояснити? Можна пояснити. От коли він утром просипається, да, то на вулиці вже світло. От говорить, посмотри в окошечко, на вулиці світло. А коли ми будемо просипатися після того, як стрілочку переведуть назад, то ми просипатися будемо і на вулиці буде ще темно. Ми ще будемо один часок спати. Ігровими моментами просто. Для того, чтобы ему было интересно, потому что детки – это детки, они впитывают в себя как губки. И то, что мы им дадим, и то, как мы им дадим, от этого зависит дальнейшее, в дальнейшем, кем они будут, какими они будут. И... Дякую вам. Я думаю, що наші телеглядачі, мами, тати своїх діточок навчать, як правильно рахувати час на ось таких годинниках, на ось таких іграшкових предметах. Аліночка, я вам дуже дякую за те, що ви завітали і розбавили наш ефір ось такими цікавими іграшками, цікавими такою розмовою. Я нагадаю нашим телеглядачам, що в студії в нас була Аліна Кучеренко, це психолог дошкільного навчального закладу.